Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с каббалистом Михаилом Лайтманом. Добрый день. Ну, как мы знаем, 15 июля произошел путч в Турции. 16-го его подавили. Погибло 194 человека, в том числе 104 мятежника. 2839 участников мятежа арестованы. Там члены суда, судьи, да, все, тысячи, армия. Тысячи, то есть он, Эрдоган, да, начал политику, да, террора такого. Да. То есть мы развязали руки. Даже оппозиция говорит, которая в Америке, они говорят, что это сценарий специально разыгранный. Я тоже в это могу спокойно поверить. Да, потому что ему это надо было. Уж очень это ему надо было, уж очень это было разыграно так легко, свободно. Ну вот консультанты стратегии, они говорят, смотрят, что так или иначе должно было произойти. То есть раскол существует мощный, то есть, грубо говоря, деревни или простые люди, они за ислам, а армия, аристократия, они за республику. И вот это вот все больше и больше стало разрывать страну. Это проблема, потому что она находится буквально на стыке, да, Европы и Азии. И вот ни туда, ни сюда. Одной ногой в Азии, одной в Европе. Да. Или Стамбул, или Константинополь. Вот что выбрать. Да. Это древняя проблема. Идет еще из Византии. Никуда от этого не убежишь. И поэтому они не могут стоять одной ногой здесь, одной ногой там. Но это противостояние, оно было, есть и будет. И будет. Он не подавит. Куда от этого не денешься. Да. И по мере того, как Эрдоган будет пытаться просто стереть память Ататюрка, да, то, конечно, будет все равно противостояние его возрастать с Европой поневоле. А без Европы он не проживет. Брать пример с арабских стран ближнего... Ирана, Ирака. Да, и так далее. Тут никакого хорошего примера нет. Самоубийство. С одной стороны. С другой стороны, ислам призывает. И в его крови. И еще там есть много таких, как он. Я уже за него стал переживать. Вы так говорите, просто разрывает. Эрдоган не разрывается. Он хочет сделать себя эмиром. Лидером. Лидером, султаном, в полном смысле слова. Он хочет сделать себя святого. И святого у власти, и святого в религии, и святого как государственный деятель. Для народа. Могущественного, да, народа, могущественной страны. У него очень такие... Наполеоновские, да? Да, наполеоновские, но дело в том, что кишка тонка. Грубо говоря, вот абсолютно, это не для него. Его не поддерживает, в общем-то, население. Крупные города, интеллигенция турецкая, которая, в принципе, очень близка к Европе. Она, конечно, не сможет этого всего пережить. И, в принципе, это говорит о том, что будут впереди тяжелые годы турецкого вот такого вот противостояния и противоречивости внутренней и внешней. И с Россией, и с Израилем, и с арабскими странами, и с Европой, и с Америкой. То есть он не может это сделать ни внутренне, ни психологически? Нет, дело не в этом. Он может пойти на все. Но соединить в Турции одновременно западный прогресс, ценности вот эти все, и восточное стремление к крайнему исламу, это невозможно. Так что день грядущий нам готовит? Если говорить о туристах, начнем с легкого, да, то это, конечно, будут отделены зоны туристские, куда будут летать самолеты, а вся остальная Турция будет исламитизироваться очень сильно. И все-таки там будет. Да, но согласно Кабале, это все идет в одну сторону. То есть мир идет все равно к исламизации, причем сильнейший, серьезнейший, расширяющийся. Следующая – Америка. Америка следующая. Да. Следующая Америка. Вот там ислам должен показать, что он силен, и вы с нами играйте осторожно. Он должен будет об этом заявить. Ложитесь под нас, да? Да. Ну и все это мы, конечно, увидим в американских выборах. Там уже решится действительно, в ту сторону или в эту. То есть судьба... Посмотрим, чем играет Творец. Судьба цивильного мира или ислама вот решается на, да, вот это. Или Клинтон, или Трамп. Если Клинтон, то в сторону ислама. Если Трамп, то в сторону Европы, Америки, в общем, нового света, что называется. Посмотрим.